Задача на деление. Задача номер 15. Условия задачи. 24 человека разбили на 3 группы поровну. Поскольку человек оказалось в группе? Прочтите ребенку условия задачи. Спросите, какое действие нужно совершить, чтобы решить задачу. Составьте и запишите пример. Чтобы решить пример, ребенок составляет из форм число, соответствующее делимому. Накладывает формы, соответствующие делителю, максимальное количество раз. Считает количество наложенных форм. Это и будет ответом на пример. Попросите ребенка записать ответ.